Первые социальные выплаты ветераны и участники войны начали получать еще в феврале. Тем, кто не может самостоятельно прийти за выплатой, ее по заявлению социальные работники приносят на дом. Только в центральном районе города такая денежная помощь в честь 70-летия Победы от 1 до 5 тысяч рублей положена почти 2000 сочинцев. Более 1500 ее уже получили, остальные в течение этого года. Мы осуществляем выплату отдельным категориям граждан. Это участники Великой Отечественной войны, узники фашистских концлагерей, блокадники, труженики тыла и вдовы. Также сейчас в Сочи в рамках празднования Дня соцработника в городе проходит акция «От сердца к сердцу». В ее рамках специалисты социальных служб оказывают дополнительную помощь на дому нуждающимся в этом сочинцам.